смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седле и черкеске я горцую на резвом коне. Конь горячий, резов, но послушен и гордится своим седоком. Отчего ж седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном? Как Печорин кручу я свой ус, неподвижная нижняя челюсть говорит об отсутствии чувств. Кто на женщин взирает без страсти, тот готовит для них западню, так что все это только гримаса. И не верь ни мне, ни коню. Сейчас мы споем такую песню, которую я один бы, ну, никак не выйдет. Вы же слышите, какой певец. Паша, причем, заявил ее в программу, да, эту песню. А приехав, сразу сказал... Помогите. Знаешь, я говорю, так не очень. Он говорит, а надо. А потом оказалось, что и Наташа тоже не очень знает. И Даня меня в коридоре попала, понимаете? Поэтому сейчас будет премьера совершенная нашего трио красотунов. Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно. О, как бы начало вернуть, начало вернуть невозможно, немыслимо и даже не думай забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, заполним заботами быть. Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли меньше болит? Не надо грустить и судьбу заговаривать, и Богу не стоит труда. Больше уже никогда.